детей в детскую комнату. Здесь они кушают. Сейчас скоро начнется ужин. Тут так прикольно. Здесь у них в отеле есть своя кидзаня. Вот здесь они мультики смотрят, такие сидят. Вот Милана. А там есть лего-комната. Вау, как здесь клево. Прям настоящая лего-комната. Камильчик что-то уже строит во все. Лего-человечки. И даже здесь есть мультики. Здесь, смотрите, какие рыбки. Аквариум. Камиль куда-то зовет. Что надо снять на блог? Он говорит, чтобы я вам что-то показала, ребят. Здесь что-то интересное есть. Вау, на самом деле здесь клево. В общем, здесь реально классно. Сейчас пойдем, я вам еще покажу кое-что. То есть, если родители постоянно заняты, отдыхают или еще что-то там, купаются, плавают, а дети устали и не хотят, можно их смело отправлять здесь на целый день. А здесь будут их кормить, развлекать, даже укладывать спать. Здесь есть комната, в которой ребенок может прийти и поспать, если ему очень сильно хочется. Здесь санузел. Что там? Ой, лягушатник такой, да? Не малышей. Амин хочет длина. Это все для тебя. Пойдем дальше. Что самое прикольное, здесь есть своя кидзания, ребят. Тут можно прям вот по-настоящему зарабатывать деньги, и при выходе есть магазин, в котором можно купить за деньги, которые ты заработал в кидзане, какие-то игрушки. Здравствуйте. Вот смотрите, это банк, в котором можно получить деньги начально, стартовую сумму. И сдавать тоже, да. Здесь можно, значит, готовить мороженое. Это значит у них пожарная, это скорая помощь, госпиталь. Фэшн-центр есть, это и есть стоматология, в общем, да, город профессий. В общем, детская комната в этом отеле реально просто обалденная. Ух ты, здесь есть прям целая площадка. Давай мне камеру, я покажу. Давай, покажешь. Подальше, как это пить. Вот такая вот горка, сейчас мы ее заберусь, и вот такая вот. Да? Выбираем сюда. Да. Вот, смотрите. Сейчас буду я скататься. Это очень страшно. Что делает папа? Да, я постараюсь. Ты чего весь грязный? Ага. Это Милана, она от страха. Сам видит шоколад. Привет. Да, будем называть, что это шоколад. Все, теперь Аминку катай. Теперь Аминкина очередь. Наш папа, как маленький ребенок, пошел. Ай, мама. Погружаемся. Я думала, что сейчас зрежемся. Надо, на самом деле, надо нашу папу тоже здесь оставлять. Что скажете? А? Оставляйте я пять тоже покатать. Пожалуйста, не перевернись. Хорошему научил папа. Thank you.
Камильчик, что ты делаешь? Кушаешь? Мы опять пришли в детскую комнату. Пойду искать девчонок. Камильчик кушает. А сейчас они пойдут в кидзанию, будут денежки зарабатывать. Ребят, уже здесь. Вы что сидите здесь? А? А что вы сидите? Мы ждем, ждем. Когда вот эти там ждете? Где надо было стоять? Нет, нам это не нужно. Мы хотим сюда потом. Сюда не попадете? Надо сначала по очереди сюда, потом туда. Камильчик, ты будешь сейчас зубки лечить? Кого еще не записала? Девочки стоят, смотрят, как готовят мороженое. Давайте сюда. Мастер, чего? Утомилась уже? А? Вот. Ну чего? Тут машинка скорой помощи. Там можно залезть. Вот, привет. Ой, здесь несут пострадавших. Вон, Камильчику уже деньги будут давать сейчас. Зарплату получают. Камильчик сейчас зарплату хочешь получать? Довезешь до метро? Да. Точно? Да. За сколько? За 200 рублей. Сейчас я... А как это будет? Дорогу где? Ты должен сказать. Дорогу покажем? Ну что, Камиль меня посадил в машину. В скорую помощь. Хочет довезти до метро. А там двери не закрываются, наверное, Камиль. О, у меня еще есть... Ой, мама. Папа до сих пор играет. Ай, не забил. Давай мы тебя тоже здесь оставим. Давай мы тебя здесь оставим. А? Милана там, где зубы лечат. Ого, а что это вот такие красивые? Это мы ходили в Свэшн и там макияж сделали. Аминка, ты чего, накрасилась? Какая ты красотка. Я потеряла только что. И милашка прям вообще. Потеряла и нашла? Я потеряла и мне... Я смотрите вам, что принесла. Будете есть? Это с мясом такие штучки вкусные. Аминка, будешь? Будешь, Аминка? Это гёзлями. Будешь? Аккуратно, там мясо. Я не хочу кушать. Давай. Ты аккуратно не сыпь столько, вы сейчас ругаете будете. Дети заработали денег. Покажи, сколько ты заработал. Вот у него сколько денег. У меня 41. У тебя 41? А у Аминки тоже. Сейчас, одну секунду. И сейчас они будут выбирать подарки себе. Камильчик решил купить футболку. Аминка выбрала себе вот зайчик. У нее даже остались деньги. Привет, ребят. Мы снова на пляж собираемся. И пока мы шли к пляжу, мы подошли к детской площадке. Ой, мама! Камиль, ты так сильно не ел, ты не поднимай. Да, пойдем. Смотри, чтобы она не упала. Мы сейчас планируем пойти покататься на мотоцикле. Вернее, не мы, а папа с детьми. Папа с детьми. Ну что, ребята пришли. На диване. Здесь можно взять в аренду. На диване, на банане. Здесь вот можно на банане покататься. Есть такая плюшечка. Можно на ней покататься. О, на таком, какие штуки классные. Так не голдеж, не устраивайте. Смотрите, какие классные штуки. А это под водой? Под водой. Помнишь, мы катались уже в прошлом году? Помнишь? Тебе нравится? Нет, ребята одевают жилетики. О, Данька и Камильчик уже оделись. Делают фото для Инстаграма. Давайте. Удачной вам поездки. Все, поехали. Катались теперь Камильчик. Ну что? Что так быстро? Он меня поменял. А что ты так быстро Аминку поменяла? Она недовольна. А что говорит так быстро? Пищала. А в конце она не пищала.
еще. Сейчас конючек. Кайназин на обратном пути, я его сфоткаю, ладно? Ну что, наши мальчишки приехали. Вон они. Милана с Димой приехали. Приплыли. Копаешь конечно, копаешь. А ты зря, кстати, здесь копаешь. Сейчас море у тебя все это подальше лучше отошел бы. А то, значит, не получится. Поближе я вам покажу эту штуку. Видишь 50, нажимаешь на зеленую. 75%, 100% скорость. Да, потом после этого нажимаешь газ. Да нормально. Ложись на нее. Лучше поменьше. Локоточки сгибай. Я боюсь. И пошел. Да, так не врежься в людей. А да ты любишь врезаться. Давай, газ. О, поехал. Нравится? А? Нравится они? Да. Тут у них такой кипиш. Что вы строите, ребят? Для ног, блин. Для ног? Ага. Да. Он называется блин. Блин для ног? Каменка тут играет вовсю. В детском бассейне. О, весело тебе, мать? Очень. Очень. Ребят, ставьте лайк Аминке. Каминчик, как всегда, загорает с телефоном. Аминка! Пляска тут вовсю. Ух ты! Что здесь делают, ребята?